Всем привет, мои дорогие друзья! Мы сегодня будем играть новую игрушку, называется Save Hero Goalkeeper. Да, это новая игрушка, мы сегодня будем играть в ней. Я ее так где-то несколько минут назад скачалась. Сейчас посмотрим, что в ней. Я сейчас с ней поиграл. Так, опять реклама, простите. Хорошо. О, какой костюм про Iron Man. Вот, как вы видите его. Хорошо, мы сейчас будем играть. Сезон первый я играл 8 патчей. Да. Так, сейчас я... Так, хорошо, давайте заходим. Так, это уже 5-й день. Для меня тренировка. Потом у нас будет матч. Давай. Так, дорогие друзья, я не могу больше много разговаривать, потому что я болею. Вот я, как видите, я назвал себя на вас. Ей, как это? Дита, блин, это очень сложно. Почему так нельзя рано? Я все понял. Вот. Ага, нормально. Вот так, good, всегда good. О, такой я настоящий. Ну все, пропусти только 2 удара. Так, 6 ударов я поймал. Так, дорогие друзья. О, так сложно, давай. Так, о, yes! Начинаем переиграть матч. О, боже мой, Барселона, я за Барселону. Против... Так, я забыл, как называется эта команда. Ну, давайте, это... я сейчас опять левел. Давай, пожалуйста. Сейчас сыграем этот матч, и мы заканчиваем. It's match day, you are not in the starting lineup, but wait for you. It's off place for Borgers. Вот я за Баршу. Это кто? Это смотрим матч. Good! Did you see how the ball fell and when you save that goal? О, фрикик! Нет! Пишу как 2-0. Ну как? Я не понимаю, пишу. Так, гол до Барса, лобби Барса. 1-3. Опять. Да, гол, 2-3, так уже почти впереди. Мы же забиваем так, давай. Гол, 3-3, молодцы, опять. Дорогие друзья, давай. Еще нет, давай. Вот, молодцы вы. Мы всегда молодцы, давай. И гол. Так, 4-3, мы победа. Мы победили, 4-3, пропустил я 2 гола, я не знаю, пишу это, 2, тоже будет 2. Ну, дорогие друзья, все, пока вы были так, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока-пока.